Согласна, да? Летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя значит вверх, от себя значит вниз. Летчик должен летать, и притом безопасно. И это вовсе не блажь, и не чей-то каприз. Сварщик должен варить, кто-то должен шить тапки. Если вор своровал, сыщик должен сыскать, лекарь должен лечить, бизнесмен делать бабки, техник должен технить, а летчик должен летать. Ни копать, ни стрелять, ни размазывать масло по стеклу, как Рембрандт, чтоб шедевр написать. Летчик должен летать, ясный день и в ненастный. И еще по ночам, когда хочется спать. Кто-то должен мешки вдохновенно ворочить, кто-то словом на дело его вдохновлять. А летчик должен летать, потому что он летчик. Вот если б счетчиком был, должен долго считать. Я, быть может, не прав, я могу ошибаться, и, возможно, меня кто-нибудь и прикнет. Каждый делом своим должен, мол, заниматься. Летчик должен летать, пусть Киркоров поет. Каждый должен пахать, по возможности классно. И тогда будет все, и у всех зашибись. А летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя что поют вверх, от себя, чтобы вниз.